Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Hard World. И перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы начинаем дальше, продолжаем рейдить, да, с 4К. Сани пока нет, 4К, поздоровайся. Привет-привет, дорогие друзья. Вот, сейчас будем рейдить вот такой вот домик. Я его решил, ну я нашел 4 дома, решили пока зарейдить вот этот. Если сейчас все пройдет легко и быстро, то пойдем дальше по домам. Да, пойдем дальше по домам. Смотреть, где что. Если, ну, все зависит от сих. У нас пока что... 51, разве? И 3 детона. А, и 3 детона. 51 сиха и 3 детона. Ну вот, нормально. Да. Ну, скорее всего, вот здесь Миша каким-то чудом увидел дверь. Так. Давай, мы там хотели... дверь получается прямо и направо будет. Вот когда сейчас взорвем, там будет куча ящиков, и там будет все на английском написано. Так. Блин, у нас дома крем... Принимай. Да я вижу, у нас дома крема нету, а тут еще не вырос. А я почему-то от жары сдохну сейчас. Короче, Да не, я стал, короче, там, где ты говорил. Я помираю от жары только из-за того, что... этот... буря началась, у меня 3 минуты. Ага. Ой, я до сих пор могу сквозь проходить. Кинь этот мне мясо. Я так как и говорил, что вон там вон тотем, скорее всего. Помнишь, в уголке маленьком? Воу-воу-воу, кинь мне мясо, дай я отхаваюсь. По бырику, а то я еще походу сдохну от жары. Потому что у меня... Господи, иди кинь сначала. Да, в принципе да, но... сейчас я на всякий пожарный отъемся, может проканает. Так, точку возрождения я задал. Не, а, про канала, блин, про канала же. Ну, тачки нет здесь, в чем прикол. Ну, значит, он... я нашел, пока ездил, катался, бегал везде, я нашел 2 или 3 тачки. А херня в том, что я не могу поставить, теперь я могу сюда поставить. На пол ставь сиху. Нельзя здесь разместить. Я знаю, бывает такое. Но это обычно... Ну, потому что я сквозь стену проходил. О, такой же что-то пишет. Канга. А, нет, Q. Так. И мы у ящиков. Так. Нету ни черта. Так, ни черта нету. Давай на пол поставим, чтобы сразу две двери забрать. Так, тут одна дверь и тут одна дверь. Да нет, это просто багованная была дверь, блин, поэтому ты насквозь и прошел. Так, сейчас я смотрюсь за ящиками. За ящиками нет ничего. Ставь на пол сейчас бетон минус о нем и заберемся. Думаешь, сюда поставить? Ближе ставь к стенке, она сплэшем снесет две двери. Вот так, мне кажется. Да. Идеально, врубай. И даже еще, возможно, гаражную сейчас снесет. Сейчас посмотрим, ребят, как у нас пойдут дела. Ха, я же сказал. Охренеть, одну не снесло. Так, тотем тут, авторизация. О, как я и сказал. Так, а где тогда сихи? Так, здесь... А, у нее дрель тут была. Так, стоп. Да не, сихи должны быть. Так, у нее здесь дрель была. Так, еще у него второй этаж есть. На втором этаже тоже ни черта нет. Да ладно, ну ты че, братан, где наши сихи? Сволочь. Может, он прорейдил уже? Да не, вряд ли. Когда бы он успел? Нет, спасибо, прям подо мной разбираешь, молодец. Взаимная поддержка друг друга. Так, слушай, походу да, походу прорейдил. Так, походу прорейдил. Стоп, я в печки не заглянул. Не, в печках тоже все. Фигово. На, жопа. Ну как так-то? Хотя да, железный фундамент и мы прошли. Ни детонов. Мы тоже бы потратили. Даже, наверное, 3 сишки, если по железному фундаменту. Ну а да. В принципе, нормально. Меня убивает ни это, ни зелени, ни краснухи. Такой, ну такого, в количествах нормальных. У них же бур стоял один на зелень. Ни одного детона, ничего нету. Такое чувство, что вот они
зашли вчера и... Нычка есть неподалеку. Да вот нычка неподалеку вряд ли, а вот в другом биоме возможно. Жесть вообще какая-то. Ну, ладно, мы поедем сейчас к следующему дому. Потому что так как мы здесь... А, ну это вот... Вот Сэз... Спас... Я не... Спаски или кто он там. Я не знаю такого. А вот этого я вообще чел не разнил. Но у них дом, кстати, тотем сгорит завтра. 5 часов и день. Завтра хоть... Так что, да, чуваки, походу, просто давно не заходили. Вот то, что в доме нет ни одной сихи. Да мы бички обычные рейдим, там по 2 детона есть хотя бы, или по сихе. Минимум по одной. Так. Ладно, мы сейчас тогда поедем дальше. Скоро вернемся. Все, ребятки, продолжаем. Нашли еще вот домик. Я в него уже внутрь запрыгнул. Ну, все двери не открыл, просто хозяин. Вот. Ты тут пристроил себе новый кусок гаража, которого не было до этого. И сейчас мы посмотрим. Это я убежал. Не-не, я тут слышал. Я беру две сихи и тэпаюсь на тебя все равно. ДПР 4К. О, черт, что написал-то? Принимай. Так, сейчас я скину все лишнее. Да ты кого? Может, тебе показалось? Да нет, шаги слышу. Ну, сейчас посмотрим шаги. Так, о, я сейчас пропалю низ. Может, тотем увижу. Да, тотем увидел. Он вот за этой деревяшкой, там где-то там стоит. Там слипер внутри. Челика я там не видел. Короче, я вниз. Так, и вот за... Блин, мне кажется, я зря. Мне кажется, я зря. Блин. Так, смотри, на всякий пожарный. На, лови сиху одну. Вот, я сейчас одну сиху поставлю, если я прав. Ты в какую дверь ставишь? Вот эту. Не надо, сними. Почему? Ты пиздякнулся, что ли? Вообще да, там, ты видишь? Там бур стоит, алло, там дыра здесь, я все вижу там. Твою мать, в смысле тут дыра, за этой стенкой? Вот здесь, вот он, блядь, потолок, от потолка нет, тут бур стоит один. Тогда ставь сиху на деревянный фундамент. А, стоп, а вот здесь, обойди дом с другой стороны. С другой стороны обойди, напротив той дырки, где ты сейчас был. Сейчас. Где у нее дверь? Да, где? Вот сюда. Вот за этой дверью у нее что? Там вход, типа, проход. Там то... Не, стоп, куда ты? Вот за этой, вот тут, тут вот за этой. Куда? Сюда? Внутрь? А, куда, подожди. Вот за этой дверью что? За этой камин и дверь вон там, вон. А, короче, ставь на каменку. На, точнее, на деревянный фундамент, на деревянный потолок ставь. Если провалишь сразу к тотему, там слипер лежит. Если что, я на тебя тэпаюсь. Точнее, на тебе сиху скину. Что-то я совсем протупил, блин. С этой хренью. Я уж подохерел, блин, что творит. Да я что-то все уже. Я смотрю, там дверь открытая, я и, блин... Топографический кретинизм. Назовем это так. Все. Так, в ящиках пусто. Я камень ебану, и там, наверное, остальное все туда ебанет. Да. Ну? Так, тут нихера. В смысле? Боюсь прыгать. Я-то... Я видел там тотем и слипер. Погоди, стой! Ты не можешь дать сишку еще раз? Да. Подойди к тому же проходу, да, я сейчас тебе дам сишку еще на всякий пожарный. Потому что если я сейчас туда спрыгну, там хуй, я не вижу тебя. Да, то хотя бы у тебя шансы будут. Ну и где ты? Да, а, все. Лови. Давай. На тебя вся надежда. Сейчас посмотрим, что по ТП. 3 минуты еще. Да, ты мне все дверки откроешь. Если получится. Слипер я вижу, но тотема нет. Прям вот рядом должен быть, за стенкой, за дверью, где-то должен быть тотем. Че, поехали? 1-2 ящика, они пустые. Ну, чувака точно... Точно не зарейдили. Тотем прям там вот где-то должен быть. Вот не смотри. Не знаю, вот я стреляю где-то по зеленке. Ну ты понял, где тотем, да?
Ну, у него тут типа защищенный, вот сейчас здесь, наверное, туда еще ебануть. Ну давай, давай, давай. Потому что больше. Эй. Ой, я вижу. Твою мать, пикает, знаешь где? Где я дверь бахал? Так, и чё? Ну давай, сейчас тебе дверь открою сам, блин. А, окей, давай, какие-нибудь. Стоп, походу не ту открыл. Да... А где камин, дверь открой? Нельзя, почему, в смысле? В смысле, дом на один тотем. Чё за бред? Дом на один тотем. Ты зарегался в тотеме? Да. А, дом на два тотема. Ха, сейчас погоди, я тебе попробую что-нибудь молнию. Синька, зеленку видишь? Блин, сука, ровно по этой. Зелень, краснуху видишь? В смысле, в ящиках? Нет, в смысле, в стенах. Нет. Ремуй. Да ничего не поремуется здесь. Здесь кусок ты... прям один. Вот, я в этом куске стою. Да не могу я. Ты вообще хоть что-то ремонтить можешь, если тотем нашел? Могу, блядь, только где тотем ремонтить. Ремуй. Кусок занимает на один, блядь. Ремуй там, рядом. Но он должен же быть с какой-то стороны, должен проремовить. Да он проремуется, но ты-то внутри дома. Как ты туда выйдешь на улицу? Ты сможешь выйти? Ты проремуй, а я придумаю что-нибудь. Ты на улице сейчас? Нет, я в доме. Я просто вижу... Как выйдешь на улицу? Я не могу выйти на улицу, я просто вот, за зеленкой стою, за зеленкой, синькой, краснуха тут вот стена. Ты вот, то есть ты вот, тупо... Короче, ты не понял, наверное, мне. Не, подожди, смотри, вот ты, ну я же тебе сказал. Вот тут гараж. Так, синька, зеленка, ни черта. Вот за этой железной стеной синька и зеленка была. Один детон и две сихи. Ну, в принципе, а сколько мы потратили... Так, стоп, подожди, подожди, слипер не убивай. Так, секунду. Блин, нет у него. Мы потратили две сишки только. А, ну мы детоном окупились. Так, сейчас. Для у нее нет динамита. Ну ладно, не судьба. Зелень, хавка. Ага, эта дверь уже не открывается. Блин. Там тотем, скорее всего. Да-да-да. Не, ты чё, там не тотем. Тотем вот, видишь, смотри, как закрытый деревяшкой кусок. А, нет, это у него так гараж по-уродски. Да не, просто я это... там открытый... Там, это, жаровня. Да я не про это говорю тебе. А, да, вот да, здесь. Да, ты... Где вот здесь? Да фиг с ним, ладно, детоны, сишки же здесь будет. Да, нам дальше, в принципе, нет смысла брать. Ладно, сейчас мы заберем все остальное. И скоро продолжим. Так, ребят, нашли еще один последний домик на сегодня для рейда. Ну, это наш, да. Я знаю, где лежат все тотемы и знаю, где все нычки. О, идеальное место, чтобы выйти. Хотя, если будут рейдить с этой стороны, то нет, то вообще не идеально. Так, сишки у меня. Понеслась. Так, сейчас я. Думаю, с одной пройдем. Не, я, пожалуй, слезу. А это вот наш рисковый малый. Так, слипер. Да, даже сих нету. Кто жил-то хоть? Антоха? Не знаю такого. А, фак, я свой дробовик выкинул. Он, наверное, уже исчез. Стоп, 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 стоп. Так, дробовик мой. Да, твою мать, мой дробовик уже исчез. Блин. Я тебе могу дать, у меня три. Да у меня у самого два. У меня было три. Любимое число три, поэтому три дробовика. Так. Что, больше не знаешь где? Да, походу нет. Ладно, ребят, мы тогда пока на этом закончим. А еще домиков поищем для рейда. И тогда уже начнем записывать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.